ДМК «Чемпион». Так, и только так мы говорим про алмалыкские женскую и мужскую гандбольные команды АГМК. Воспитанники секции физкультурно-спортивного отдела Совета профсоюза работников комбината стали победителями очередного турнира. Напомним телезрителям. Женская команда АГМК под руководством тренера Владимира Муминова – двукратные чемпионы Юго-Восточной Азии, победители Лиги чемпионов Азии, 12-кратные чемпионы Узбекистана, 10-кратные обладатели Кубка независимости и 11 кубков Республики Узбекистан. В последних числах мая девушки добавили в свою коллекцию еще один престижный трофей – очередной Кубок Узбекистана. О том, как проходили соревнования, в студии программы «Телеспорт» рассказала неоднократная чемпионка Узбекистана, член национальной сборной, вратарь гандбольной команды АГМК Сарвинос Султонова. 20 по 27 число проходило соревнование Кубок Узбекистана в городе Нукусе. Мы уже знаем, что вы выиграли. Скажите, какие игры были самые интересные, самые сложные, были самые захватывающие? Кто был вашим основным соперником в турнире? Самые интересные игры были с командой Сандержаном, Самаркандом и с Нукусом. Самая сложная игра была с Нукусом. Почему? Ну, сильная команда, потому что команда Нукус была у себя дома. Как говорится, родные стены помогают. Но мы все равно выиграли их. И выиграли с большим отрывом. Мы очень тщательно и долго готовились к этим соревнованиям. И физически, и техника, тактика. Эти соревнования хорошо отыграли Усейн Валютия, наш этот основной вратарь. Она очень хорошо помогла команде. И с игроков Алимова Зарема. Алимова Зарема, Ткачева Настя, Сухоплясова Алина. Еще молодые наши девочки тоже растут, помогают. На сегодняшний день наши многие девочки входят в состав национальной сборной. И у нас скоро соревнования в Казахстане. Лига чемпионов с 27 числа по 4 июля. Мы вам желаем новых побед и удачи. Спасибо большое. Уверенно выступили в этом турнире и наши ребята. Напомним, мужская команда АГМК по итогам сезона 2020 года стала 6-кратным чемпионом Узбекистана, 6-кратным обладателем Кубка Узбекистана и 5 раз становилась обладателем Кубка независимости. А с мая 2021 года в копилке подопечных главного тренера Хасана Каюмова 6-й Кубок Узбекистана. Своими впечатлениями о прошедшем турнире и планах команды АГМК на ближайшее будущее с нами поделился один из ведущих игроков, мастер спорта, неоднократный чемпион Узбекистана Ахмеджан Серназаров. С 20 по 27 мая в Нукусе проходил Кубок Узбекистана по гандболу, в котором мы принимали участие. В Кубке Узбекистана участвовало 10 команд с Республики Узбекистан. В ходе жеребьевки нас поделили на две группы – А и Б. В нашей группе было 5 команд, и 2 лучших вышли в полуфинал. В полуфинале мы встретились с городом Нукусом. В результате нашей встречи мы одержали победу с разрывом 10 мячей. В финале мы встретились с городом Хорезм, очень сильная характерная команда. И это была очень самая интересная игра на этом чемпионате, в результате которой мы выиграли Хорезм со счетом 26-23 и одержали волевую победу. Наша команда была подготовлена к этому чемпионату. Мы готовились. Погодные условия были не самые лучшие, было очень жарко в зале. Но наша команда проявила характер, волю к победе. Каждый игрок очень старался, отдавал частичку себя на поле. И в результате игры мы выиграли. И хотелось бы отметить таких игроков, как наш капитан, незаменимый вратарь Абдуллаев Джасур, наши нападающие игроки Игнатенко Эрнест, Турапов Дильшот, Тахиров Шахрух, которые очень старались и сделали все возможное для нашей команды. В обороне нам также очень помогли Джалилов Зафар, Каюмов Хасан, Фарходов Синдор. Все очень старались, все очень хотели победить. Но вам это удалось. Здравствуйте. Нам это удалось, спасибо. В ближайшем будущем у нас идет подготовка к Саудовской Аравии. Там пройдет чемпионат Лига чемпионов Азии.
к которому мы уже начали подготовку, потому что не было времени отдыхать. В Лиге чемпионов Азии будут участвовать не национальные сборные, а именно клубы. И наш клуб АГМК будет защищать наш флаг Узбекистана. Вам желаю победы. Спасибо большое. Впереди у алмалыкских гандболистов новые старты, а значит и новые победы.